Добрый день, мои уважаемые подписчики и гости канала. Друзья, сегодня я собираю на очередную порцию заправки для борща. Собрала вот такие томаты. Ну, вот такие вот, конечно. И вот такие, друзья. И вот решила вам показать вес этих томатов. Вот собрала еще перца, посмотрите. И вот решила показать вам вес томатов. Это мои гиганты, скажем так. Вот эти два, друзья. Вот эти два. Вот этот и вот этот. Этот я, правда, с чашки у меня упал и разбился. Так жалко. Ну, все равно его резать сегодня. Разницы никакой. Это мне привозила сестра. Рассаду розовых томатов. Ну, вот посмотрим, сколько же вытянут они на весах. Давайте проверим, сколько будет весить каждый из них. Давайте вот этот попробуем. 735 грамм. Вот такой розовый томатик, друзья. Давайте вот этот проверим. 671 грамм. Томатик. Так, это мои томаты, друзья. Вот такой вот красный томат. Это медвежья лапа. 770 грамм, друзья. О, Господи. Так, есть вот такие ровненькие, красивые, не полопанные. Ничего, розовый томатик. Вот мне интересно, сколько он вытянет. Тяжелый. 493 грамма. Вот еще один вот такой. Это выросший из полного цветочка томатик. Вот. 665 грамм. Так. Ну, эти, друзья, я думаю, взвешивать не стоит. Это я просто для сравнения хотела вам показать, какие томаты. Ну, вот, впрочем, взвесить даже можем для сравнения. Вот томатик красненький. 432 грамма. Вот видите, какой ровненький, красивенький. 432 грамма весит, друзья. Ну и вот оранжевые. Вот, друзья, вот такие вот гиганты выросли у меня в моем огороде. Еще хочу сказать, что вот перец, перечное дерево я вам показывала. Вот, пожалуйста, вырос какой уже спелый перец. Все перчики весили 80-70 грамм. Вот посмотрим, сколько этот будет весить. Вот, 108 грамм, друзья, весит перчик перечного дерева. Вот если дождаться, когда поспеют такие перчики, вот на перечном дереве где-то до 15 штук. Вот и представьте, сколько можно сорвать с одного дерева. Ну ладно, друзья, вот это все, что я хотела вам сегодня показать с томатиками. Так что, если вам понравились мои томатики, ставьте лайк. Спасибо за просмотр. С вами была Валентина, канал Сад и Огород.